К другим новостям. В Чувашии тарифы на коммунальные услуги поднимут только во второй половине года. Госслужба Республики по конкурентной политике тарифам определилась с тарифными решениями на 2014 год. С 1 июля произойдет повышение тарифов на тепло-, электро- и газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение. На 5,2% с 1 июля подорожает тепло, на 4,7% холодная вода и услуги водоотведения. Тарифы на электрическую энергию для населения составят 2 рубля 61 копейка за киловатт-час для городского населения и 1,83 рубля для сельского населения. Рост тарифов на электрическую энергию составит 4%. Цены на природный газ с 1 июля 2014 года изменятся также в среднем на 4%. По муниципалитетам больше всего подорожают услуги в Чебоксарах – до 4,8%. Меньше всего вырастут тарифы и услуги в Шумерле. Социально незащищенным категориям граждан, как и прежде, предоставляются субсидии на оплату коммунальных платежей. Право на их получение имеют граждане, у которых размер платы за жилищно-коммунальные услуги превышает 22% от совокупного дохода семьи. Также госслужба по конкурентной политике тарифам сообщает, что в ближайшее время повышение стоимости проезда не планируется.